Потому что, ребят, вообще, что такое кредиты, да? Вот давайте вот разберем, что такое кредиты. Кредит — это... Вы когда-нибудь слышали, ну, кроме как от Медведева, что, ребят, деньги закончились, пока живем вся... Весь мир живет без денег. Вот я вот сколько себя помню, сколько было историй, никогда не говорили, что деньги закончились. Они могли закончиться у кого-то, точечно. И то заканчивается, потому что этот человек разрешал закончиться. Деньги — это тот, я не знаю, тот ресурс, наверное, даже не скажу. Ну, в общем, это тот компонент, который создали мы же для себя же. Чтобы для себя опять сделать какую-то очередную зарубку, что вот есть. То есть мы сделали время для себя, как зарубочку такую. Вот, чтобы здесь четко по времени себя расписать. Там, мне вот столько произошло, вот столько, вот столько, произошло, вот столько. Вот, и вот это вот порубили. У нас все в зарубках идет. И деньги. Что такое деньги? Ты через деньги они не могут закончиться. Они могут закончиться только у тебя, если тебе так нужно. Только лишь, только тебе так нужно. По-другому никак. И вот эти вот кредиты, которые человек берет. Он их берет не потому, что у него нет денег, а потому что он, чем больше он теряет себя, тем больше он уходит в долг кому-то. Потому что есть же такие люди, которые на кредитах просто поднимаются. Они не берут их как кредит, как в долг. Они берут как точку роста. Да. Вот. И вот это вот как точка роста, это всего лишь говорит о том, что все, что в этой жизни есть, оно может тебя убить, а может тебя возродить. То есть нож, да, скальпель там. Хирург этим скальпелем может жить спасти, а может закончить. Один и тот же инструмент. И все в нашем мире, то есть все вот это, то, что ты говоришь про кредит, ты его так воспринимаешь. Это не то, что это все, это мне нужно работать на нелюбимой работе, нужно каждый день ходить, нужно умирать за этот кредит. Нет, стоит тебе только пересмотреть, что это такое. Это пусть это ты его брала не на точку роста. Ты этот кредит брала, чтобы убить себя ту. Вот и все. Возрождай себя истинную и поверь, вот тот кредит, который ты пил, скорее всего, это какие-то 3 копейки, которые не дотягивают даже до 500 000.